мы сегодня в метро. Идем за покупками. Приехали в метро, а тут скидка на разведенный лосось. Посмотрите, какая цена. 300 гривен. Ну что, берем? Берем. Поэтому будем выбирать, конечно же, серединку. Взяли. Что-то мы сегодня нагребли. 3 кофе, 3 пачки. Оценка была. В общем, что-то мы сегодня много набрали. Давно не приходили. Что-то, Саша, много мы. А ну-ка, сколько нас получилось? Ну, сколько получилось? 2800. 2800. Вот на 100 долларов мы набрали. Ну, дома покажем, да? Да. Дома сделаем обзорчик и покажем, что мы сегодня накупили на 100 долларов. Реально 2799. Ну, да, гривен. Да, как раз чуть больше 100 долларов даже. Где-то 105. Ну, в общем, дома сейчас покажем, сделаем распаковочку. Ну вот наши покупки сегодня. Что-то мы давно не были в метро. И сегодня зашли уже всего подкупить. Ну, конечно, первое, это что? Саша, конечно же, мороженка. Два вида. Сразу кладу в морозильную камеру. И потом дальше. Купила вот такую вот миску. Она 90 с чем-то гривен. И я люблю там взбивать что-то буду. У меня одна стеклянная только. Поэтому купила вот такую. Мне понравилось. Поэтому такую купила. Ну, конечно, соль обычная, соль йодированная, гречка. Это одно. Гречка, кстати, стоит где-то 37 гривен килограмм у нас. Ну и что еще? Конечно, макароны. Макароны. Один пакет, второй это рожки. Это Саша у меня любит такие рожки. Ну и, конечно, паста взяла итальянскую. Взяла вот такую и вот такую. Они где-то по доллару. Они где-то по доллару, по 20 с чем-то гривен. То есть такая, это чуть-чуть дороже, это чуть-чуть меньше доллара. Это, ну, короче, в среднем доллар. Вот такие. Да, ну на них бывают скидки. А там пару гривен была скидочка, да. Вот такие вот взяли мы итальянские и рожки. Ну и, конечно же, взяли такой лосось. Вот такую серединочку. Она нам вышла 299, короче, 300 гривен. Это где-то 11 долларов. Приблизительно 11 долларов. Вот такой вот кусочек лосося. В общем, рыбка сегодня там была скидочка. Она обычно дороже, а сегодня вот такая вот цена, короче, здесь килограммчик. Ну и, конечно же, еще вот что хочу сказать про вот такой кофе. Мы, конечно, у нас кофемашина, мы берем вот такой вот 80% арабика и 20% робуста. Это так, как бы нам больше всего подходит, потому что есть 55 на 45%, есть 100% арабика. Но вот мы выбрали вот такую процентовочку, она нам больше всего нравится. И мы обычно берем 3 килограмма, когда бывает скидка. И сегодня, конечно же, на 3-килограммовую была скидка 720 гривен, 3 килограмма. Но, когда я посмотрела килограммовые, обычно, когда килограммовые, они идут немножко дороже. Но сейчас я посмотрела, 240 гривен, вот такая вот килограммовая. Умножаем на 3, будет тех же 720 гривен. Но, если откроете 3-килограммовую, пока вы ее допьете до конца, она, конечно же, немножко выдыхается. А здесь они будут стоять закрытыми, пока мы будем одну
пачечку пользовать. Поэтому мы решили, если в такой же цене, мы взяли лучше по 3 по килограмму. Да, но на них, на килограммовые, была очень большая тут скидка. Тут была тоже скидка, да-да-да. Большая, потому что так они стоят 400 с лишним гривен. По-моему, 300 с лишним. Нет, 400. Около 400. Да. А так они 240 сегодня скидочка, и нам получилось, в общем, мы взяли 3 коробки, 3 пакета. Конечно, взяли картошку, взяли лук, это у нас очень дешевое, там по 10 гривен, лук вообще 7,90, взяли тоже, вот, взяли печенье немножко, это мы обычно даем нашему чижику, собачке, он у нас любит печенье, поэтому, в принципе, мы брали для него. Взяли такую вот маленькую баночку маслинки вяленые, я очень люблю. Вот. Ну, конечно же, конфет взяли, потому что Маргарита у нас любит, когда приходит моя внучка. Взяли 3 вида конфет, вот таких вот. В общем, вкусные конфетки. Вот. Да, но когда она не приходит, то Люда то тоже я любит. Хорошо ем. Ну и, конечно, Саша взял вот это вот порошок, он ванну чистит. Ну и это губки такие для кухни, это мы такое взяли. Что еще? Перец, горошек. А, и конечно же, вот я взяла кусочек ветчины и кусочек сыра хорошего вот такого. Это мы, знаете, пиццу, когда делаем, я режу вот вместо колбасы, режу вот такую вот ветчину. Она у нас тут 0,5 килограмма. Она где-то 180 гривен килограмм, в общем, это на 90 гривен. Ну и здесь тоже 500 с чем-то грамм на 100 гривен. Вот такой вот сырчик, 100 гривен, 108 гривен здесь кусочек этот. Это для пиццы. Ну вот такие вот сегодня были покупочки. Вот. Ну и колбаски, колбаски. Да, кстати, мы иногда очень редко берем колбаски. Готовые, которые мы сейчас на сковородочку быстренько приготовим. Это то, что быстро готовится на скорую руку, поэтому мы взяли. Ну, берем редко, но иногда берем. В метро они очень свежие. Здесь получается, знаете сколько? 750 грамм на 75 гривен. Это 100 гривен килограмм получается. Как мясо, даже чуть-чуть дешевле, чем мясо. Ну, тут такое. Но они делают эти колбаски в нашем присутствии. Прямо мясо режут. Да, свежайшие. Свежайшие. Поэтому мы сейчас на сковородочку будем обедать. А на сегодня у нас все. Пишите, понравились ли вам наши покупочки. Это все у нас $100, как мы уже сказали. В общем, вот такие покупочки. А на сегодня все. Пока-пока.